делать. Окей. Готово? Что творим про меня зовут Серхио Нис, и просто сразу же переподписаться на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Ведь в это время Суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тут под нами. Как вижу, броню очень же нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду. Эй, бро, сегодня снимай снова не один видео, сегодня со мной Настя. Эй, также, бро, опять, как вы догадываетесь, мы опять будем проверять куклу Вуду на Насте и на мне. Верно, банды, я буду и на себе проверять куклу Вуду. В прошлом видео проверяли куклу Вуду на Насте. Вот ее кукла Вуду, она подписана буквой N. Если вы вдруг не видели прошлое видео, то будет подсказка. Но, бро, в прошлом видео мы брали, разрезали куклу Вуду. И у Насти прям реально здесь была кровь, вы сами это видели. Что? Нет, стой, пропусти ниже, там шрам или что? Господи. После чего просто подожгли куклу, и у Насти появился ожог. А вывод в том, что эта кукла Вуду, она рабочая. Настоящая кукла Вуду, которая работает, которая привязана к Насте. Не знаю, как вам, банда, но нам после того, что мы делали, было очень страшно. И под прошлым видео вы все очень сильно просили, чтобы я проверил куклу Вуду и на себе. Окей, вот моя кукла Вуду. Перед началом этого видео я сделал себе куклу Вуду. Как говорилось в легендах, тот, кто делает куклу Вуду, на том она изначально. Мы ее не заговаривали, именно поэтому она на мне. Это моя собственная кукла Вуду. Вы только вглядитесь, она же реально на меня похожа. Если вы обратите внимание, то я немного выше Насти, так же самые наши куклы. Моя кукла немного выше, чем Настина. Мы просто жестко решили передать настоящую реальную жизнь в куклах. Окей, банда, не знаю, как вам, но мне становится не по себе от вида этой лишь куклы. И осознание того, что эта кукла сделана на меня. Я просто без понятия. Как в прошлом видео держалась Настя, когда мы проверяли ее куклу Вуду. У меня прям мурашки по коже бегают, когда я смотрю на свою куклу Вуду. И понимаю, что сейчас мы будем просто жестко проверять ее. Окей, бро, в прошлом видео проверяли куклу Вуду на Насте. У нее был порез здесь и чуть выше пояса. К сожалению, показать сейчас я не могу, что у нее там. Потому что остались раны. Здесь раны и здесь. К сожалению, YouTube этого не пропустит, но поверьте, раны начали очень быстро почему-то проходить. Не знаю, ли это связано с куклой Вуду, или это просто у Насти такой организм. Но ран уже как будто почти нету. Остались только шрамы. Окей, бро. Сегодня проверяем куклу Вуду на Насте и на мне. Погнали! Окей, банда, не знаю, как вам, но мне реально страшно, потому что сегодня у нас три проверки этих кукол Вуду. Первое — это утопление, второе — удушение, и третье — секретные, самые-самые интересные. Поверьте, банда, от того, что мы будем проверять третье, вас просто сорвет башню. Это только от первых двух уже сносит башню. А что будет третье, это просто, я не знаю, сами увидите, сами поймете. Окей, Настя, расскажи пару слов о том, как тебе было, когда мы проверяли куклу Вуду на тебе. Очень все болело. Было больно. И страшно, что она останется такими большими ранами. Окей, брат, также если ты подписался на мой канал, то ты вступаешь в мою Суприм-банду, самую крутую банду на Ютубе. Так что подписывайся на мой канал, Суприм-банда уже ждет тебя. Окей, брат, для того, чтобы вы убедились, что эта кукла Вуду на мне, мы сейчас ее проверим, то есть Настя возьмут и будет колоть ее иголками. И посмотрим, не реально у меня будут были те части, которые колола Настя. И так и вы увидите, и я узнаю, ли эта кукла Вуду рабочая, потому что мы ее все еще не проверяли. Окей, Настя, бери коли эту куклу. Ты готов? Да. Точно? Да. Уверен, что хочешь? Ну так себе, ну давай. Хорошо. Ай! О, блин! О! 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 Голова, как больно! Ай! О! В порядке? Ну так себе, ты уколола голову, верно? Да. Блин! Ай! Блин, как больно! Вытаскивай эту иголку! Ай! Все. Блин, вы не поверите, но боль была насколько... Вроде бы уже немного спадает, но вы не поверите, боль была насколько ужасной, как будто кто-то просто взял и топором ударил по голове. Такая резкая и жесткая боль. Нужно от этого немного отдохнуть. Окей, банда, время пришло, вы увидели, кукла Вуду реально работает. У меня реально просто разрывалась голова. А мы продолжаем дальше, и следующее у нас — это утопить куклу Вуду. Итак, я не очень готовый, но вот так вот все это выглядит. У нас есть две куклы, и одна из них будет топиться в этом цилиндре. Только вот, я не знаю, кто из нас с тобой будет топиться, ты или я. Давай ты. Не, мне этого хватило. Ну ладно, раз уж так случилось, что ты уже проверяла эту куклу Вуду, то буду я. И, банда, вы не поверите, но как только время дошло до того, чтобы конкретно уже проверить куклу Вуду, меня начало трясти. Мне реально становится не по себе, мне реально страшно. Окей, банда, время пришло проверять куклу Вуду. Уже по-серьезному проверять куклу Вуду. Это не какие-то обычные порезы на теле, потому что сейчас мы будем прям ее топить. Как? Вот так? Сразу? Нет, давай сначала попробуй, наверное, ногу утопить, я что-то почувствую или нет. Попробуй ногу. Хорошо.
Я прям чувствую холод по ноге. Я тебе серьезно говорю, прям конкретный. Как будто реально зашел в воду, прям такой холод, и вся мокрая стала. Господи, получается, что кукла Вуду работает. Я просто жестко почувствовал сильный холод на ноге, вот здесь. Получается, вода работает, и получается, что если куклу Вуду сунуть головой вниз, то я начну тонуть без воды. Сразу вот так, да? Да. Блин, что делать? Сереж, мне вытянуть? Ну, скажи что-нибудь, Сереж. Ой, я не знаю, что делать. Все, Сереж, ты нормально? Может, скорую вызвать? Нет. Фу, окей, банда, пришло немного времени, мне уже немного лучше. Но поверьте, то, что я чувствовал, это как будто я реально тону. Просто в ноздри, просто как будто забилась вода, я не мог вообще дышать. Единственное, что оставалось, это ротом, но в рот как будто тоже попадает вода. И я просто не мог дышать. Это реально действует. Реально, если топить кукла Вуду, то это будет действовать. Но причем это реально болючая смерть, если это можно назвать так. К счастью, Насте пришло в голову вовремя вытащить куклу, а не тянуть дальше. Мы теперь будем душить куклу в воду шнурком и посмотрим, что из этого получится. Я не знаю, что может получиться, останутся ли какие-то следы на шее, либо еще что-то. Потому что у меня все еще такое чувство, что вот здесь, вот в носу, у меня все еще есть вода. Никогда, слышите, никогда не играйте с этими куклами в воду, они реально очень страшные. О господи, я даже не замечал этого, только посмотрите на глаза. Как будто стекает кровь из глаз. Черт, я этого не замечал раньше. А что если это реально знаки? Реально что-нибудь не так, как будто кукла Вуду показывает, что жертва уже мучится. Потому что мне реально все еще плохо. Все еще как будто вода в ноздрях, но ее здесь нету. Что ж, банда, теперь будем проверять дальше на Настине кукле Вуду и посмотрим, что будет дальше. Окей, Настя, ну что, ты готова? Да. Если честно, я еще не готов. У нас есть Настина кукла Вуду, которая из прошлого видео. На ней отмечена буква N. Это чтобы мы на всякий случай, чтобы не перепутали, потому что мало ли. Окей, у нас есть Настина кукла Вуду, есть шнурок. Я без понятия, что будет, но давай посмотрим, что у тебя сейчас ничего же нету на шее. Вообще ничего. Так, там шрам нельзя показывать. Окей, ничего нету. Что ж, банда, пришло время проверять куклу Вуду дальше. Второе исследование, это будем душить куклу Вуду этим шнурком. Окей, Настя, я просто не понимаю, как ты вообще смогла согласиться снова на это? Есть кукла, есть веревка. Давайте. Вот так. Готова? Да. Ладно, тогда смотри. Стой, все, я больше не делаю, все. Черт. Ты как? Покажи. Все в порядке? Ого. Здесь тупо остался синяк. Черт. Черт, кукла Вуду, она рабочая. Мы снова это сделали, снова эта кукла, она работает. Черт возьми, я просто без понятия, что вообще с этим делать. Кукла Вуду реально рабочая. И это уже не какие-то обычные порезы. Это мы уже реально проверяем на то, чтобы лишить жизни. Черт, и это, оно просто работает. Настя, реально остался синяк. Покажи его еще раз. Реально остался синяк. Она такого же самого размера. Черт, посмотрите, это реально тот же самый размер. Получается, что кукла Вуду оставляет тот же самый размер. Это реально работает, черт. Окей, Суприм Банда, я просто в шоке. Господи, а ведь это реально рабочее. Покажи еще раз. Черт, оно даже не пропадает. Смотрите, появился еще какой-то красный след. Блин, это кукла Вуду, она работает. Она реально душит людей. Больше никогда мы не будем проверять. Остался лишь один эксперимент, который мы хотели, самый секретный, о котором просто никто не знал. Последнее исследование. Последнее, больше я вообще никогда не буду даже брать в руки эти куклы. Просто никуда это спрячу на чердак, и все, и больше никто не увидит. А последнее, что должно сделать, это Настя должна взять этот нож и ударить по руке со всей силы. И посмотреть, что получится. Ли оставится какой-то синяк, шрам, либо снова пойдет кровь. Вот что мне реально очень интересно, банда. Именно это мы сейчас и проверим. Окей, давай уже это побыстрее сделай. Мне реально не хочется этого делать. Фух, давай попробуем это сделать. Сереж, мне страшно. У нас выбора нет, нужно это проверить. Со всей силы. Может, не будем? Нет, давай, бей. Ай! Ой, блин, как больно! Прости! Ой, блин! Извини, я не хотела! Ой, блин, как же ж больно! Ай! Ты реально готова это увидеть? Да, покажи! Ой, черт, окей! Окей! Готова? Да. Так. О боже, Сережа, у тебя там дырка! Боже мой, капец, что делать, Сережа? Знала бы ты, как оно болит! Боже.
думаю, что делать. Сереж, может, скорую? Там на столе лежит бинт, подай его мне. Но. Окей, я пошел. Может, тебе помочь? Нет. Давай я помогу. Нет, я сам, не надо. Сереж, что ты делаешь? Завязываю рану. Жди меня там, я сейчас выйду. Окей, все. Пошли на свет покажу. Окей, банда, я перевязал руку. Ничего не видно. Черт, как же оно болело, я вам серьезно говорю. Окей, нужно, наверное, поехать куда-то в какую-то больницу. Что-то должны с этим сделать, что-то нашить, я не знаю, какую-то кожу. Мне кажется, столько зелья какой-то знахарки спасет. Именно поэтому нужно поехать к бабе Шуре и купить у нее зелье. Ты согласна? Да, да. Окей, банда, нужно просто закончить это видео, потому что происходило здесь, это просто жесть. А то, что делает эта кукла Вуду, это вообще полнейший ужас. У нас здесь две куклы Вуду, которые сделаны на нас, и мне реально не по себе становится после того, как я вижу вот это. Окей, банда. На этом все, с вами был Сергионис и Настя. Так что подписывайтесь на мой канал, если хотите вступить в Supreme банду, самую крутую банду на ютубе. Ведь бро, кто не с нами, тут под нами. Я как вижу, бро, не очень захочется быть под нами. Так что подписывайтесь на мой канал. Если честно, я уже почти не чувствую боли, серьезно, как будто оно само проходит. Окей, ну все же нужно заехать в больницу к бабе Шуре. Посмотрим, что нам баба Шура скажет. Чувствую, она очень долго будет нас бить своей ковинкой, когда она узнает, что мы шутим с куклой Вуду. Баба Шура, она шарит в этом, она нас убьет точно только из-за того, что мы просто пытались поиграться с этой куклой. Окей, бро, а вот комменты с прошлого видео, господи, блин, какие они шикарные, просто идеальнейшие комментарии. Просто по традиции обнимаю вас одной рукой, простите, банда, что одной. Но если, бро, ты хочешь, чтобы обнял тебя, то опускайся ниже, оставляй свой комментарий, жми лайк, колокольчик, только тогда ты будешь следующее видео. Лайк, колокол, комменты уже следующее видео. Вот такой, блядь, ко мне видео. Лайк, колокол, комменты в следующем видео. Лайк, колокол обязательно, бро, потому что без лайка, колокола ты не попадешь в следующее видео. Бро, также забывай про мой инстаграм, где просто шикарные фотографии. Оставайся такой шикарным. О, пока!